Раз и вы поехали? Да, метро. Недорого. Московские такси. Красавица. Поехали, недорого. Отвезу до города. Ich verstehe nicht. Что? Sprechen Sie Deutsch? А? Катастроф. Das ist fantastisch. О, das ist fantastisch. Немка, что ли? Германия. Это Ангела Меркель. Я. Ты? Я. Меркель? Я. Да ладно. Меркель. Слушай, Ангела, ты в жизни гораздо лучше, чем по телевизору выглядишь. Ich verstehe nicht. А я тебе точно говорю. Das ist fantastisch. Ich? Каких их? Не их, а ах. Danke. Danke. Какие танки? При чем тут танки? Тебе куда ехать надо? Ich verstehe nicht. У меня нет танка. У меня Жигули. Копейка. Почти новая. Ну, по-вашему, Мерседес. О, Мерседес. Ну? Я. Да не ты, а я отвезу, куда скажешь. Тебе куда ехать надо? Фу, это, такси, московское такси. О, такси. Ну? Я, такси. Так куда ехать надо? До метро? О, один момент. Красная площадь. Чё? Ну-ка. Ничего не понятно. Ну, дорогу покажешь? Кремль. А, Кремль? Я, Кремль. Слушай, Ангела, в Кремль не могу. Я без регистрации. А там наверняка проверять будут. Вас? Нас. И меня, и тебя проверят. У тебя регистрация есть? Ich verstehe nicht. Ну вот и у меня нет. Давай сделаем так. Я тебя в гостиницу отвезу. В нашу. Ну, поселишься, отдохнем, шашлык-машлык, регистрацию сделаешь, вот тогда и в Кремль поедешь. О, Кремль! Я! Ну, конечно, Кремль! Поехали. Попал, на программе попал. Красивый, ты очень красивый, умный девушка. И ты очень правильно сделал, что позвонил мне. Это очень хороший видеомагнитофон. Очень хороший. Я тебе к нему еще 5 видеокассет подарю. 5. Фильмы про любовь. Немецкий. Das ist fantastisch. Тебе понравится. Там один девушка такое вытворяет. На тебе, кстати, похож. Это не ты случайно? Простите, а какой видеомагнитофон? Хороший, японский, настоящий Сингапур. Из Малайзии привезли. Нет, вы, наверное, не поняли, я по объявлению. Ну, видеомагнитофон японский, 250 рублей. Я бы себе оставил, но очень деньги нужна.
Да нет, вы ошиблись. Я по другому объявлению. По какому? Ну, вот. Солидная ремонтная компания предлагает все виды услуг по евроремонту элитных квартир класса люкс. Вот. Это ваше объявление? Там так написано, да? Да. А, ну, правильно, это брат Тофик давал объявление. Это наша компания очень хорошая, солидная, все сделает. Кушать хочешь? Нет, спасибо. Виноград, кишмиш, без косточки, сам выковыривал. Нет, давайте... А чай? Чай свежий такой, хороший, зеленый, очень полезный. Хочешь? Нет, нет, спасибо. Не, все равно он вот. Закончился. Так что ты говоришь там? Что тебе я нужно? Говорю, что мой шеф дал мне задание найти солидную ремонтную компанию по отделке. Отделаем за милую душу всех, кого скажешь. Один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Компания Евротакси. В аэропорт? Машина? Во сколько нужно? Какой адрес? Не волнуйся, машина будет. Тофик, брат, слушай, заправь нашу АКУ. Один женщин в аэропорт хочет. Так что ты хотел, красивый мой? Я говорю, вы офисы отделываете? Офисы? Да. Конечно, офисы в первую очередь. Отделаем, все там красим, белым сделаем. Да, а, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебя слушаю. Да, да. Потомственный колдун Иннокентий. Снимаю. Порчу. Что? Мужики внимания не обращают? Ай-яй-яй, как нехорошо. Значит так, подъезжай после 12 ночи, все сделаем. Недорого. Ждем. Один минуточку. Тофик, брат, как женщину в аэропорт отвезешь, сразу возвращайся. С одной женщины нужно снять что-то. Судя по всему, все. Так что ты хотел, красивый мой? Я говорю, мой шеф хотел бы отделать офис в стиле хай-тек. Вы работаете в этом стиле? В каком? Хай-тек. А, конечно. Хай-тек сейчас делают все умные люди. Все, конечно, сделаем там потолки побелим, стены покрасим, все сделаем. Один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебя слушаю. Нет, не ошиблись. Клиника Еврокот. Что? Ожирение кота? Привозить, обследуем, специальная диета, через месяц вернем, не узнаете. Недорого. Ждем. Один минуточку. Тофик, брат, слушай, у нас в ванной месяц кот поживет. Жирный, как свинья. Не обижай его. Да, и не корми. Я обещал из него человек сделать. Так что ты хотел, красивый? Я говорила про хай-тек. Хай-тек? Ну да, хай-тек. Ну, в офисе моего шефа. А, хай-тек. Твоему шефу очень повезло. Хей-тек с такой красивой девочкой.
Прямо в офисе? Ой, нет, вы, наверное, не поняли. Я говорю, ремонт. А, конечно, я помню. Потолки покрасим, стены побелим. Все сделаем, хай-тек напишем. Не волнуйся, конечно, все сделаем. Ты деньги принес? Ой, но мне же сначала сказали все оговорить. Ай-яй-яй. Мы очень солидны. Хорошая компания. Предоплата нужна. Вдруг ты аферист какой-нибудь. Аферист сейчас ходит, на каждом шагу встречаются. Целая Москва аферистов. Я же не знала. Не знала она. Сколько у тебя с собой? Нет, ну что вы, у меня... Нет, у меня совсем... Нет, немножко, ну, совсем чуть-чуть. Рублей 500. 500? А, давай, это хорошо. Предоплата нужна обязательно. Мне же надо еще на такси. Ну, пофиг, пофиг, брат отвезет, куда скажешь. Ну, а вы точно вот все сделаете? Все сделаем, я же обещал, хай-тек на потолке, хай-тек на стенах. Все, не волнуйся, да? Конечно. Пофиг, брат, бросай сапоги, потом дочинишь. Тут один девушке красивый, нужно отвезти, куда она скажет. До метро. Да и не увлекайся ей там очень сильно, а то тебе ночью еще порчу снимать нужно.